Всем доброе-предоброе утро. Хожу и мыкаюсь. Знаете, с чем? Не помню, где машина. Вообще. Я вчера ее не брала. И вообще не помню, где она может быть. Чарли, где моя бибика? Сейчас выйдем на улицу, посмотрим. Уже надо выходить на работу. На работу. Нанесла патчи. Но я не знаю, я всегда их потом смываю. Я не могу с несмытыми. У меня потом вся кожа такая какая-то липкая, что ли, становится. Поэтому я всегда смываю. Вот это вот я сниму патчи и смываю за ними. Если не будут не накрашенные страшные, не накрашенные. Так что и так пойдет. Мама, Инга, суби. Надо мусор вынести, это у меня бумага, а там у меня одежда кое-какая. Суви, поехали. Я сегодня вот так выгляжу. С узелочком. Узелок завяжется, узелок развяжется. А любовь она и есть только то, что кажется. Сегодня очень много каких-то туристов непонятных. В общем, вот такая я сегодня. Юбка, я не помню откуда. Я вообще, знаете, когда покупаю одежду, я не помню, а где я ее покупала, когда ее и покупала, и за какие деньги я ее покупала. Ну, если, конечно, она не стоит там каких-то тысяч. Такой у меня нету. Поэтому, как бы, понравился вот этот цветок на юбке. Я ее и купила. Она, видите, скошена с одной стороны. А сумки этой уже 100 лет в обед. Пойдем? Я сейчас поеду в Лидл. У меня хлеба нет уже дней 5. Черный я ем, он продается только в Лидле. И мне нужно туда заехать. А на завтра я хочу покушать сардины. Люди идут с детьми, так что с Чарли надо подождать. Вдруг они ему не понравятся. Вот, поеду в Лидл за хлебушком. И что-то еще надо было. Ну, нужно туалетную бумагу. Чучи у Чарли закончились. Ну, не закончились, там у него еще есть разные. Но подкупить ему надо. Но это завтра в Меркадоне. Завтра в Меркадоне поеду за сардинами. Давай, все, дети ушли. Давай, бенга, мама. Мама. Такие вот у нас планы. Сегодня хочу сделать макароны с тунцом. Знаете, куда ни посмотрю, все едят эти макароны с тунцом. Ну, я думала, что за фигня. Наверное, невкусно. Ну, как-то недели две назад сделала. И вы знаете, мне очень даже понравилось. И сегодня хочу повторить. Тем более, у меня есть помидорки черри. Я покрашу туда помидорки черри. Будет ням-ням-ням. В общем, оставайтесь на связи. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Все как обычно. Комментарии очень жду. Ваши очень мне нравится. Обратная связь. Разговаривать, общаться. Так что пишите, спрашивайте. На все будем отвечать. Так, а про что я еще говорила? В общем, ушла мысля. Мысля ушла. Кофе на улочке машину ставила чуть пониже. Смотрите, даже где машины паркуются. Где думаешь, что невозможно им здесь припарковаться, они паркуются. Как они отсюда выезжают, вообще понятия не имею. Очень интересный вопрос. Например, вот тут нужно так маневрировать, или как-то сказать. Тут вот машины, представляете? Ужас. Я вон стою на склоне, видите, как машина тоже стоит там. Хрен залезешь в нее. На пляж сегодня ехать, не ехать, даже не знаю. Не особо жарко. Поэтому я люблю на пляж ездить, когда мне жарко. А мне что-то не особо жарко, поэтому желания особо такого нету. И вода, наверное, еще не прогрелась, поэтому буду думать. Буду знать. Так, уже другая машина здесь стоит. Ой, блин, я не закрыла стекла. А думал, солнца не будет. Оно будет. Чарли, бенга. Давай, залази. Потом ее обоссышь. Это наша машина, нечего ее метить, она и так наша. Что интересного я все хочу. Например, смотрите, вот эта доска, которая крутится, да, на нее положил, как я помню, в китайском ресторане в России. И там, а вот тут-то, по-моему, тоже есть такой в середине, такой, и вот крутишь его.
Интересный такой, прямо это прикольно. Потом еще что интересно, кружка, смотрите, такая. Это из бамбука, она у нас 2,50, а нет, басу 4 евро стоит. Господи. Там женщина несет ребенка грудного, на него еще положила всего до всего. Обалдеть. Доска. Но она такая тяжелая. 5 евро. А еще мне, смотрите, вот из-за бамбука тоже. Вот такая штука. Здесь 4 вот таких есть. Таких вот ложечек, да, скажем так. Это для салата вот эта, например, большая. Здесь вот такая ложка есть, вилка прикольная. Набор стоит 10 евро, тоже из бамбука. Так выглядит, тоже классный. Но я подумала, у меня вот таких штук 5 дома есть. Такая тоже есть, поэтому из-за ложки и это. А так бы тоже хотелось. Ой, все хочу, много чего хочу. Интересно, тут его привезли. Это что такое? Это что-то переносить, что-то с чем-то. А еще я, знаете, что хотела тоже. Смотрите, какая маленькая эта фритюрница. Так, я хотела. Вот даже сушку привезли к нам, представляете? Кто этим будет пользоваться, я не знаю. Потому что в Испании не очень сушить яблоки там и все такое. Здесь круглый год есть свежие, поэтому... Не пользуется популярностью вот это вот сушить, чтобы, знаете, ну вот привезли. Не знаю, будет кто брать, не будет, а стоит она. Что-то я не пойму, сколько она стоит. Косидор электрику, это вот варить что-то электрическое. Что? Вот этот стоит 40 евро. Соковыжималка стоит 35 евро, йогурты. А вот я хотела вот такую вот, знаете, сэндвичи. Но только не для сэндвича я хотела, а вот сделать оладушки из кабачков вот тут. У меня Танька купила такую штуку, ей нравится. Но она делает эти вафли. У нее семья там большая, дети. А я с вафли попру. А, и тосты можно делать. В общем, тут 3 насадки вот такие делать. 20 евро стоит. Ну, я так подумала, для одного раза. И на сковородке пожарю. Смотрите. Для детей. Чемоданы такие интересные. В общем, всего дофига всего интересного. Такой вот. 25 евро вот эта штука стоит. Слушайте, прям для моих цветочков. 25 евро. Одежда разная детская. Так, здесь еще всего и всего. Я тут уже взяла тунец в томате. А сейчас пойду за хлебом. Туфли. Но это не кожа. Я по запаху кожу узнаю, представляете? Кто еще по запаху узнает кожу? Признавайте. Ой, кожу, ну да. А, вот это вот у меня муж любит, кстати, орчата дечуфу. Это такой, как веганское молоко, даже, скажем так, из корешков. Хотела за хлебом пойти. Хлеб у нас вон там. Так, хлебушек. Так, эту сумку положить надо. Хлеб я беру вот такой. Он, кстати, подорожал на целых 20 копеек. Стоил евро 99. Возьму рукой. Все равно мне в рот класть. Руки у меня чистые после работы. Всегда режу на средняя толщина. Видите, разных много хлебов. Это для бургеров. Эти всякие вкусняшки. Много калачи какие-то. С сыром. Там цельнозерновые, тоже цельнозерновые. И мой хлеб порезался. Сейчас я его в пакетик положу. И пойдем. Уже пошли вкусняшки. Во, блин. А почему он подешевел? Наверное, вчерашний. Смотрите, вот эти такие вкусные пирожки. Это вот похоже на наш жареный пирожок. С
повидлом. Блин, такой вкусный, прямо как в деревне. Это с шоколадом не очень, там много очень шоколада. Смотрите, пончики разные, донутсы. А еще, знаете, какие вкусные здесь. Так, а что, их уже нету? Нету. Вот шпинатом тоже неплохие. А, вот. С яблоком. Блин, кто у вас будет в Лидле, очень вкусные вот эти с яблоком. Это просто что-то. Ням-ням-ням. Я раньше все это ела. Ну и весила я на 20 с лишним килограмм больше. Поэтому либо просто смотреть, либо жрать. Третьего не дано. Все. Хлебушек взяла. Иду расплачиваться. И... А вот это вот обычный уже хлеб боет. А, мне еще масло надо взять. Масло, масло, масло. Масло. Я люблю вот такое суаве, чтобы оно не было сильно запахом. Пью все. Это соки. Все. Соки тоже не пью, потому что в них много сахара. Обожаю хрустящую корочку от хлеба. Вкус детства. Обалдеть. Моя рыба. Солнце мое. Счастье мое. Видите, если бы ему уже было жалко, он бы сидел на полу. Я окна оставлю открытыми. И здесь под навесом. Если бы было сильно жарко, я бы ни за что на свете не оставила Чарли в машине. Я тебе ничего не купила, моя рыба. Мам, на хлеб тебе не нравится. Дома тебе дам чучи, да? Да, моя рыба сладкая. Что я тут делаю? Я купила вот такое готовое тесто. Вот такое. Оно типа слоеного, что ли, не знаю. Начистила здесь уже черешни. Сыпанула крахмала. Сахар тростниковый. В общем, говоря о пирожках, буду делать пирожки. Крахмал, вишня. Типа Макдональдса, вот знаете, вот в Испании не продают такие пирожки, вот как в Макдональдсе. Вот, сейчас буду чинить и жарить. Вот, будет вкуснятина. Вот сколько пирожочков получилось буквально за 5 минут. Ой, этот сгорел немножко. Вот, красивый. Надеюсь, что будут вкусные. А это мои макарошки добавила. Тунец в томатном соусе купила. Добавила туда помидорки черри. Всем приятного аппетита! Сложно, конечно, прерывать вот эту идиллию, но нужно гулять, жопу растрясать. Хочу съездить на пляж, но не для того, чтобы искупаться, а для того, чтобы походить, потому что время уже 6-7. Я там по пляжу похожу, погуляю и заодно попробую воду, теплая она или нет. Смотрите. Па-пам. Моя фиалочка. Там вот еще лезет одна такая, и тут лезет. Ой, что я вам показываю? В общем, кругом лезет. Ну, как обычно, да, на шапкой. Класс! Ну, это, конечно, еще маловато она для цветения, поэтому пускай растет. А этот, не знаю, что с ним. Поживем, увидим. Сейчас робот включу свой пылесос и поедем. А мы поедем, мы помчимся. Так, надо шнуры убирать, а то пылесос все запылесосит. Ну, вы посмотрите, какая ляпа такая. Спит и спит, спит и спит. И жрет еще. Ладно, хватит болтать. Едем. Ну вот, опять забастовка.
Опять у Чарли забастовка. Я не знаю, с чем это связано. Но я пошла. Прибежит. Он когда видит, что я далеко, уже бежит. Ну, либо мне самой надо бегать. Чтобы он побежал за мной. Видите, все лежит еще. Проверим. Бежит. Смотрите. Посмотрите, вообще цирк какой-то. Ты мой цирк? Ты мой цирк вообще? Это что такое? Ты мне хотя бы расскажи. Что это за фигня, я не знаю. Ой, не могу. Ветерок такой прохладненький дует, хороший. Но не прохладный, а такой освежающий. На улице, ой, на пляже там народу тьма. Потом пойду посмотрю, что за вода. Теплая, не теплая. Но тоже на Соловачьем пляже. Посмотрим водичку. Я вообще на вчера, то есть на понедельник, планировала съездить в кино. Знаете, целую неделю тут планировала, выбирала фильмы. Фильмов нифига не было. Я думала, вдруг какой-нибудь все-таки выпустят. Ничего не выпустили, блин. Какая-то фигня. Аладдин какой-то, типа детский. Потом еще Спидерман. Я его не люблю вообще. Я не люблю вот эти все какие-то, знаете, пауки, тараканы. Это все не для меня. Фантастику я бы еще посмотрела. А вот это... Выход в свет хотела себе устроить, но не получилось. Какие-то велосипедисты едят. Шопинги уже надоели, херокинги. Хотя я и так каждый понедельник на шопинг выхожу. Поэтому там собака воет. Вот, поэтому ехать, ну, я даже иногда на шопинг езжу, это так, название одно, так погулять, себя показать. И все. А хочется чего-то иного. Но когда на улице жарко, то далеко никуда не поедешь, погулять не погуляешь. И работает еще дурацкая. Какой-то собачек бежит. Ну, как дурацкая. Не дурацкая, конечно. Благодаря работе мы живем. Куда он так бежит? В общем, вот так. Может быть, какой-нибудь фильм выпустят, и я все-таки попаду в кино. Хотя мы в кино в основном ездим зимой. Да и фильмов, по-моему, больше зимой выпускают, чем летом. Летом все на море, вон на пляже. Вот. Той Story какая-то 4. Вестердай. В общем, фигня какая-то на постном масле. Тренажеры у нас. Тренажеры. Вот так руки надо. Вот так. Иду и смотрю, ну, знаете, все на пляж идут сейчас, в 7. Я вот этого, если честно, не понимаю. То есть, я спрашиваю, допустим, всех, а зачем вы идете в 7? Ну так в 4 или в 5, это очень жарко, а там идти на пляж. Так и на пляж для того и тут, чтобы освежиться, чтобы не было жарко. А какой смысл идти в 7, когда уже не жарко, когда уже дома хорошо? У меня вот так, логика играет, да? То есть я наоборот собираюсь, в 4 еду, мне дома сидеть жарко. Я собираюсь и еду на пляж, чтобы освежиться, потому что там, если мне жарко, я купаюсь там, освежаюсь как-то. А в 7 еду уже домой, дела делать, потому что уже солнце садится, ну как вы... Далеко оно не садится, но оно уже не так печет и не такое жаркое. То есть можно уже делать какие-то дела, а люди все прутся. 7 только на пляж. Я вот этого, если честно, не понимаю. Зачем? Зачем? Жарко. Ну так и для того идут освежаться. Если, допустим, мне холодно, то я фиг пойду в море. И в общем, у меня вот такая логика. И девочки катаются. И вот сейчас прям идут все вот именно сейчас на пляж, все. Смысл? Кстати, я подумала, решила, что я не буду воду пробовать, потому что я завтра просто соберусь и поеду на море. Какое бы оно ни было. Что-то я прям так смотрю сейчас, и мне прям охота купаться. Залезть, даже если бы оно холодное. Видите, прикольно как. Видите, сколько зонтиков. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в краю далеком?
что потерял. Такие пироги. Муж, значит, поел персик. Я ему говорю, шкурки выбросил. Он, знаете как, ест и не выбрасывает. Типа, я выброшу. Он говорит, нет. Я, говорит, слишком большой вот этот, оставляю косточку. Слишком много мякоти. Тебе же, говорит, нравятся косточки. Вдруг ты их там это доголодаешь. Я говорю, ну а что же? Там, говорю, нет, еще ничего не осталось. Чтоб мне доголодать. Кости какие-нибудь мясные. Ой, не могу я вообще. Ну я за ним всегда рыбу доедаю. Там от рыбы кости. Вот он решил мне еще вот. От персика тоже мне. Еще вот мед нам привезли. Вернее, ему с Альпухары. Вот где мы ездили с родственниками. Там очень хороший мед. Мы в подарок привезли аж две банки. Смотрите, не знаю, что за мед. Но настоящий. Вкусняцкий. С этим, конечно, наверное, не сравнится. Здесь, наверное, один сахар. Но это прям настоящий на зиму. Я особо так мед много не ем. Ну, иногда с чаем можно. Сейчас хочу сделать... у меня осталось немножко помидор. Так, мед это надо сейчас убрать. Помидор немножечко осталось. Посуду надо разобрать. И из него сделаю сейчас гаспачо. Там быстро закину в робот и все. Так, разберу посуду, помою, которая еще есть. Посуда, это, знаете, она, я не знаю, откуда берется. Два человека. Одну помыла, уже целая раковина, еще другой. Вообще не понимаю, как такое может быть. Но вы все это не будете смотреть, потому что это неинтересно. Ну, что, интересно посуду, как я мою? Нет, конечно. Кости глаза я тоже не буду. Они в мусорку отправляются. Ой, ну не могу, я так ржала. Ой, тебе же кости нравятся. Ой, блин. Буду с вами прощаться до завтра. Встретимся с вами завтра. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока.